Вы все реже выступаете в гей-заведениях. С чем это связано? С суммой вашего гонорара? Просто нет желания или ваш вариант? Ну что ж, я практически не выступаю в гей-заведениях. Не хочется эти заведения как-то штамповать в определенных тематических заведениях. В силу того, что я уже давно принадлежу массам. И мне не хотелось бы свою публику делить на социальные слои, делить по принципу сексуальной ориентации. Меня можно увидеть везде. Я считаю, что на мой концерт в тот или определенный клуб, в то или определенное место может прийти любой человек, вне зависимости от вероисповедания, сексуальной ориентации или... Так что у нас там еще есть такое? Цвета кожи. Следите за афишами. В последнее время я стала выступать все ярче, все чаще и чаще, ярче и ярче. Но вы сейчас... время достаточно... сложно, если можно так сказать, хотя сложности исключительно в нашей голове. Поэтому я больше занимаюсь какими-то духовными и эмоциональными проектами.